тут из-под земли появляется вот это. Посмотрите, насколько он гигантский. И, кстати, на самом деле его вот этот бур, это как бы настоящий рот. Не думал, что у него вместо буры появится настоящий гигантский рот. И схавал. И он еще, когда закончил свою работу, потискал спикермена Титана за головку. Судя по выражению лица спикермена Титана, слава богу, что у него тенденции не было.